Кошмарно выглядишь, Роберт. Мне не дают выспаться. Я в ссоре с дочкой. Я измучен алгеброй. Я купил неправильные батарейки. Пальчиковые вместо мизинчиковых. И мне опять в магазин надо ехать. Я постирал красную футболку с белыми, и теперь они все розовые. И в доме нет яиц. Ответственные родители – настоящие герои. Ответственные. К счастью, эта доля меня миновала. А ты руки мыл? С мылом? А ты их вытер? Что? Тут одни овощи! Кто заказал одни овощи? Я. Нам ничего не нужно обсудить. Что? Слона у тебя за спиной. Нету там слона. У мамы новая работа. Пора покончить с несправедливостью. Пора вернуть супергероям былой престиж. Надо изменить отношение общественности к супергероям. И Эластика с этим справится. Лучше, чем я? Классная у мамы работа! Пока, милый. Я присмотрю за детьми, не волнуйся. Disney и Pixar представляют. По-другому учили. Нам нужно решать пример вот так. Я не умею вот так, но я же решил пример. Да ладно, ответ совпал. Ответ совпал. Алло. Привет, милый. Как там дети? У нас все чудесно. Это что, переходный возраст? А Джек-Джек? У него все отлично. Он где? Ням-ням, печенька. Ой, мама. Вкусная. Вот это да. Это необычненько. Ерунда какая-то. Чтобы помочь детям, их надо забросить, чтобы исправить закон, нарушить. Что ж делать? Пойми, ради детей так нужно. Спасибо, молодой человек. Угроза воспламенения? В каком смысле? В том смысле, что будет пламя. Суперсемейка 2. С вами экранотиран. Я прерываю программу для важного сообщения. Приезжай, у нас тревога. Буду минут через 10. Где ты будешь минут через 10, чтоб через 20 был дома?